Друзья, привет! Канал «Интересная Америка». Я рад приветствовать вас. Сегодня мы побываем в интересном месте. Это музей Гетти или Гетти-центр. Их на самом деле два. Есть еще вилла Гетти и Гетти-центр. Гетти-центр – это самый большой, самый посещаемый музей во всем американском континенте. Ну, в принципе, один из посещаемых музеев в мире. Я расскажу, что это за музей, чем он отличается, чем он интересен, кто его основал, что здесь такое. Когда ты приезжаешь сюда, значит, первое, что мы должны, это пройти чек-ин и отправиться. Сам музей находится дальше на холме, а здесь станция, где монорельс есть, и он везет вас туда. Итак, мы туда и отправляемся. Где-то минуты три, наверное, занимает дорога, поэтому будет быстро. Что ж, вот мы поднялись на холм, где находится вот это вот грандиознейшее сооружение Гетти-центр. Он состоит из нескольких блоков, комплексов, имеет также открытые площадки. Здесь есть сад, где большое количество растений собрано редких. Но мы начнем знакомство с самого основного. Вперед!
сейчас находимся в павильоне, где демонстрируется искусство где-то раннего средневековья. Это 14, 15, 16 века. Сейчас зашли в комнату, где показывается стеклянное изделие. Это, конечно, феноменально. Такого качества работы и как они выполнены, вот эти маленькие всякие штучки из стекла, особенно вот эта фигура. Выглядит, конечно, потрясающе. 15 век. Такие делать стеклянные предметы. Даже непонятно, что это. Хрусталь. Очень тонкое стекло. Очень. Да. Где еще можно воочию увидеть книгу, написанную в 16 веке? Thank you.
собственно, вот в этом уголку можно посмотреть на наследие Гети, каким оно было. Историческая линия, можно проследить по годам, как его жизнь развивалась, фотографии, история его жизни. Вот, тоже здесь есть часть. Второй его музей – вилла Гети, где античное восточное искусство Древнего Рима, Древней Греции. Удачное место было выбрано для строительства музея, площадка на холме. Вот. А с одной стороны, вообще шикарнейший открывается обзор, видно Downtown Area, Century City, океан, там как Малибу начинается. Вот. И там же находится вилла Гети, Санта-Моника, пожар какой-то там горит. Thank you.
друзья, это самый, пожалуй, зал самых дорогостоящих картин. Здесь находятся картины Мане, Дега. И самое главное, это за моей спиной картина Ван Гога «Ирис». Одна из самых дорогих, между прочим. Ну, по крайней мере, ходит сотни. Вокруг нее постоянно здесь ажиотаж, люди фотографируются с ней. Хотя здесь есть картины подороже, но вот этот вот зал по совокупности здесь, наверное, 1 500 000 картин висит. But when you look